Все. Да, я его нормально уже все. Он уже один по-любому убежал, потому что у него уже прям хп. Он красный был. Все, они теперь не выйдут, пока не отхилятся. Ну хоть вышли, меня порадовали. Им попор писал. Девяносто отнял я ему эту дебилу, или сто. Общая сложность. Просто этим долбанным скиметром нормально не отнимешь. Он хоть быстрый такой прикольный, но... Они уже не выйдут, да. Пойдем скрещимся немножко. Вообще так вот, приблизить, это игра. А начинается, блядь, сраная политика, блядь. Ну, тут вообще пиздец там. А вот вы нас тогда подвели, а вот вы нас тогда, а вы вот тогда. Надо сказать, слышь, пошел ты нахуй, блядь. Кто победит, тот будет и прав. Вот и все, и больше не общаться. Кому надо, к нам примкнуть. Ну, я, это мое такое, как видите, как я. А вот это разбираться, блядь, а потом, да, вот прав, а вот не прав. Пойдем на масонов нахуй и все, будем ебашить всех масонов. Пока нас этот... Да я не конкретно тебе, она просто называет, ну, честно, обсуждаю, не конкретно кому-то там. Вырежем нахуй всех и все, блядь. И жизнь покажет, кто был прав, кто не прав. Забивайте палку и... У нас есть основной враг ТФА, а остальные враги, они сегодня есть, завтра не есть. Кто-то будет плакаться, блядь, а больше не бейте, а кто-то, может, не будет плакаться, может быть, нас вынесет, да насрать, а? Все, давайте, давай. Деритесь, я, в общем, это, сдача, через час приеду, забейте.